Тверской области полным ходом идет кампания по вакцинации населения от COVID-19. Число привитых неуклонно растет день ото дня и по состоянию на 16 февраля уже достигло 33 734 человек. Это 70,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 38 пунктов развернуты практически во всех районах Верхневолжья. А буквально только что новая партия вакцины в 300 доз была отправлена в Вышний Волочек. За передачей ценоугрозы наблюдала и наша съемочная группа. Предназначенная для жителей Тверской области вакцина «Спутник В» поступает сюда, на склад государственного унитарного предприятия «Фармацея». Здесь созданы все условия для хранения одного из самых важных на сегодняшний день медицинских препаратов в мире. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник В» находится в условиях крайне низкой температуры. В прививочные кабинеты Верхневолжья «Спутник» поступает в два этапа. Вакцина двухкомпонентная. Значит, сначала выдается первый компонент, и потом через какое-то время выдается второй компонент. Но так удобнее для логистики. В общей сложности за последние месяцы в Тверскую область поступило уже более 40 тысяч доз вакцины. И только на этой неделе 11 тысяч. Прививочные пункты областного и районных центров препарат уезжает партиями в 500, 600 или 800 доз. Все зависит от численности населения муниципалитета и от количества желающих сделать заветный укол, поясняют специалисты. На сегодняшний день, рассказывает генеральный директор ГУП «Фармацея» Ирина Кулинич, первый компонент уже поступил во все районы Тверской области. Вот эта партия в 300 доз во вторник была доставлена в Вышний Волочек. В муниципалитеты Тверской области вакцина «Спутник В» доставляется вот в таких специальных термоконтейнерах на протяжении всего пути следования. Температура в них не выше минуса 18 градусов. Сегодня перед Тверским регионом стоит важнейшая задача – привить более 60% населения Верхневолжья. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, это удастся сделать до конца летнего сезона. До начала учебного года, до 1 сентября, эту задачу выполним, потому что население проявляет большой интерес. Ну, кстати говоря, у нас даже есть сейчас случай, когда вакцинируются иностранцы, граждане Германии, Финляндии, граждане Италии, потому что они, ну, здесь работают, у нас есть совместные предприятия, они тоже, получаются люди, которые работают на территории нашего региона. В Тверской области работают выездные прививочные бригады. Ряд из них обслуживает отдаленные территории. Для этого, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду. В настоящее время, отметил губернатор Игорь Рудень, Тверская область ведет активные переговоры с Федеральным министерством здравоохранения. Ожидается, что уже после 17 февраля регион получит новую крупную партию «Спутника В». Вместе с тем, как отмечают в областном министерстве здравоохранения, региональные власти проводят масштабную просветительскую кампанию по вопросам, связанным с вакцинацией населения, и всегда готовы ответить на все обращения граждан. Для этого работают телефоны горячей линии в Тверской области 8 800 2112, а также в Федеральном Минздраве 8 800 200 0200. Все, через два часа она будет уже в поликлинике.